Проекты молодежи Якутии войдут в стратегию социально-экономического развития республики до 2030 года. Сегодня в Якутске начался третий молодежно-экономический форум «Якутия-2030» от стратегии к проектам развития. В течение трех дней школьники, студенты, аспиранты и молодые специалисты обсудят проекты развития на нескольких площадках, посвященных разным сферам жизни республики, таких как туризм, образование, IT-отрасль, промышленность и креативная индустрия. Они предложат свои проекты, которые смогут войти в главный документ долгосрочного развития Якутии. Отмечу, что в прошлом году форум тоже был посвящен стратегии 2030, и по его итогам несколько проектов уже начали воплощать. Один из таких вот интересных проектов – это, наверное, использование графена, который будет добываться в Южной Якутии. И это то, что касается реального сектора, да, и то, что касается уже человеческого капитала, есть очень интересная тема, которая уже сейчас начала реализовываться. Это создание базы данных кадрового резерва и молодежного кадрового резерва. Сейчас это все интегрировано и практически внедряется по аналогии с базой LinkedIn.